«Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Он же сказал: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья. С вами снова Павел и Юлия Чернецкие. Оставайтесь с нами, так как эта встреча обещает быть интересной и насыщенной. Сегодня мы будем говорить о хлебе. О хлебе жизни, коим является Господь Иисус Христос, а также о хлебе насущном. В последней нашей встрече мы говорили об Африке, о Руанде, о предстоящей поездке, а сегодня мы бы хотели осветить уже ту работу, которая была сделана нами, и рассказать вам о тех событиях, о том служении, которое было проведено в этой стране. Стране, которая когда-то пережила кровавый геноцид в 1994 году, стране, которая нуждается в Господе, которая нуждается в исцелении, которая нуждается в прощении, которая нуждается в освобождении. И сегодня мы бы хотели рассказать вам именно об этом служении, о служении Бога, которое происходит на этой земле. И, Павел, пожалуйста, тебе, как тому, кто был, непосредственно участвовал, служил на этой земле, и, как говорится, из первых уст, пожалуйста, поделись с нашими телезрителями. Здравствуйте, дорогие друзья, телезрители. Я хочу сразу немножко дополнить то, что ты сказала, потому что ты поделись, обращаешься ко мне, но я хочу сказать, что мы вместе также служили в Африке, в Руанде, и у нас было благословенное время, когда мы переживали, что Господь делает в этой стране. Есть одно место в Библии, которое написано, что наступают дни. Особенно мы говорим, что мы живем в последнее время, последние дни. Что Бог говорит: «Я пошлю на землю не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания Слова Божьего». И служа людям, именно мы сегодня говорим об Африке, о Руанде, мы наблюдаем, что на самом деле на этой земле поднимается сегодня голод, духовный голод, мы говорим. И это признаки последнего времени, потому что если человек голоден по Слову Божьему, если он жаждущий по Богу, конечно же, Бог тогда может сделать очень много для жизни этих людей. Да, Павел, ты сказал, действительно, мы были вместе, но это было несколько лет назад. А сегодня мы будем говорить о твоей последней поездке, которая была совсем недавно, и о той работе, которую ты там совершал. Поэтому, пожалуйста, поделись. Я знаю, что есть большие свидетельства, что происходят просто чудесные дела Божьи на этой земле. Когда мы говорим о хлебе или о кормлении людей, прежде всего мы говорим о хлебе жизни, которым является Иисус Христос. Потому что иногда у нас есть такое представление, что мы можем только в мире жить, очень много голодных людей, особенно их в Африке очень много. И достаточно их просто накормить хлебом. Но я хочу сразу подчеркнуть эту очень важную мысль, что самый основной фокус, почему мы служим сегодня по Божьей благодати в Африке, это уже на 4-й год. Четвертая поездка, и у нас наше видение и наш фокус для того, чтобы и дальше продолжать служить в будущем, это евангелизация, это спасение людей, потому что мы можем накормить людей, мы можем восполнить материальные нужды, но если мы не расскажем им о том, кто есть является хлебом жизни, Иисус Христос, и об этом написано, я хотел бы прочитать, Христос говорит, Евангелие Иоанна, 6 глава,
Он говорит, 35 стих, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть мы приносим людям в Руанду, в Африку, мы приносим им Евангелие Иисуса Христа, хлебом жизни, хлеб жизни, которым является Иисус Христос. И, конечно же, евангелизация, она сопровождается благотворительностью. Итак, что же у нас было, друзья, на этот раз, когда мы служили в Руанде, последний раз, я хочу сказать. Мы, конечно же, провели огромнейшую евангелизацию, которая была в лагере беженцев из Конго, где насчитывается около 20 тысяч человек. Но перед тем, как я расскажу, поделюсь об этой евангелизации, об этом лагере, я хочу сказать следующую новость, что хлебопекарня, которая была открыта 4 года назад, она продолжает функционировать. Каждый день выпекается от 3 до 5 тысяч булок хлеба, в зависимости от того, сколько есть муки, вдов и сирот этих. И, конечно же, на территории, попав на эту территорию, мы провели евангелизационное служение. На территории хлебозавода. Хлебозавод. Угу. Опять мы говорим, что это мусульманская территория, рядом мечеть стоит. Угу. И мы здесь сделали вечер, когда пригласили очень много людей. Мы сделали даже объявление, на улице ездили эти автомобили, угу, и говорили, что сегодня вечером будет такая-то программа. Дорогие друзья, мы сейчас покажем вам небольшой ролик из Африки, из Руанды. Библия говорит, что есть две вечности. Середины нету. Что после смерти, Библия говорит, человек идет или в рай, на небеса с Господом, или он идет в ад. Вы можете сказать, никакой несправедливый Бог, что Он создал ад. Но Бог не создал ад для человека. Ад был сотворен для дьявола и падших ангелов. Но для нас, дорогие жители города Гитара, Бог приготовил небеса. Но единственный путь в небеса к Господу через Иисуса Христа. Вы знаете, мы живем в мире, когда люди говорят, что путей много к Богу Отцу. Кто-то говорит, что путь к Богу Отцу через какого-то пророка. Кто-то говорит, что путь к Богу через какого-то какой-то философ какой-то из истории был. Через него можно достигнуть Бога. Но это Библия говорит, послушайте, дорогие, что нет другого имени под небом и землей, через которое надлежало бы спастись. Только через имя Иисуса Христа. Я хочу сказать, что есть спасение в имени Иисуса сегодня. Это Библия говорит. Единственный человек во всей истории, который сказал, что я есть путь, истина и жизнь. Никто в истории не сказал, ни один пророк, ни один большой философ не сказал такое. Только Божий Сын мог сказать такие слова. Только Иисус Божий Сын мог сказать, что я есть свет миру. Только Божий Сын мог сказать, что я хлеб, шедший с небес. Только Иисус мог сказать, что я есть воскресение и жизнь. И я сегодня хочу задать вопрос каждому. Имеешь ли ты уверенность, что ты имеешь это спасение через Иисуса Христа? Если ты еще не имеешь это уверенности, что ты спасен, сегодня вечером, прямо сейчас, я хочу дать тебе возможность и пригласить тебя, чтобы ты открыл свое сердце к Иисусу. Павел, потрясающе. Просто слава Господу, просто переполняет чувства, эмоции, хочется быть там, служить, гореть для служения, угу, для Бога, для Евангелия. Но нам нужно всегда гореть. Иногда люди говорят, о, в Африке гореть, я хочу поехать в Африку, чтобы там загореться. Конечно, там есть огонь, но мы должны гореть на всяком месте, везде, где мы есть. Да? Потому что мне нравится, как ты однажды сказала, что наша миссия начинается с того момента, когда мы выходим за порог нашего дома. Итак,
Итак, возвращаясь вот на эту евангелизацию, конечно же, было удивительно наблюдать, как Бог касался сердец людей, мусульман и всех, кто пришел на это мероприятие. И, конечно же, мы не можем не сказать еще одну важную новость, что это же территория хлебопекарни. И, естественно, после евангелизации, после этого праздника, после молитвы покаяния, после того даже, когда мы раздали эти Библии людям, которые никогда не имели... Кстати, я знаю, что даже Библии на солнечной энергии были розданы, и очень интересные несколько моментов ты можешь поделиться. Совершенно верно. Одна женщина, вдова, кстати, которая, ее муж был убит во время геноцида, она была слепая, и она слепая до сегодняшнего момента, но она сказала следующее свидетельство: я молилась несколько лет для того, чтобы мне слышать Слово Божие. И мы как раз привезли это Евангелие на солнечной батареи, это проект «Логос», которого Господь нам доверил для того, чтобы снаряжать людей, не имеющих Писания, чтобы они могли слышать его в аудиоформате. Поэтому много благословений люди получили во время этой поездки. И, конечно же, я хочу сказать следующее, что после евангелизации у нас было массовое кормление хлебом. Мы закупили много муки, испекли много хлеба. После евангелизации у нас состоялось массовое кормление людей хлебом. Это потрясающе, Павел. И ты знаешь, я не зря вот прочитала это место из Писания в самом начале программы, когда это просто служение Иисуса, это служение Христа, когда Он исцелял больных, когда Он освобождал людей, когда было проповедовано Евангелие, да? Спасение, а потом он кормил людей хлебом. Настоящим хлебом, насущным хлебом. Насущным. И это то, что вы, та работа, которую вы делали в Руанде. И мы делаем, да, благодаря также вам, друзья, вашему участию, за которое огромное вам спасибо. Слава Господу. Слава Господу, да. Пожалуйста. И после этого мероприятия, этой евангелизации, которая была у нас на территории хлебозавода, где мы и печем хлеб, конечно, было второе самое, я бы сказал, это была новая возможность, которая была открыта нам Богом, чтобы попасть в Руанду и провести евангелизацию в лагере беженцев из Конго. Это лагерь Кизиба называется. И нам пришлось и даже пойти в офис министра. Павел, вот. Сколько там человек в этом лагере проживает сейчас? Да, то есть я пошел в офис министра, хочу сказать эту мысль, завершить, чтобы получить разрешение, потому что это не просто не каждый может войти в этот лагерь. Это закрытая территория. Это закрытая территория, конечно же. И мы получили разрешение от самого министра. И пошли в этот лагерь, поехали. Там проживает около 20 тысяч человек, мужчин, детей, женщин, которые даже есть много детей, которые уже там родились. Потому что рядом соседняя страна с Руандой, это Конго, и там проходит на протяжении многих лет эта гражданская война. И вот эти люди, они бежали из Конго и поселились в этом лагере. И живут там, то есть они выращивают детей, что удивительно, что там нет электричества, нет в этом лагере. А в этом лагере есть очень, самые примитивные условия для жизни. И вот у нас была прекрасная возможность, Бог открыл нам для того, чтобы прийти и провести евангелизацию на территории этого лагеря. И что я могу сказать, что люди... Я хочу сказать это и посвидетельствовать, друзья, что люди, они жаждут слышания Слова Божьего. Вот. И иногда бывает так, что мы кому-то служим, мы говорим о том, что Бог силен что-то сделать в твоей жизни, Господь силен тебя исцелить, или Господь силен тебя восстановить. И начинаешь ты служить человеку, но он ходит много, может быть, лет в церковь, и он не верит этим словам. Он не верит уже даже не то, что твоим словам, он не верит словам Божьим, обетованиям Божьим. И в то же самое время есть люди, которые ты ему только скажи одно слово. Ты ему скажи, что Иисус Христос есть хлеб жизни,
И что если ты будешь веровать в Него, ты будешь иметь жизнь вечную. Если ты вкусишь этот хлеб жизни, этот хлеб, ты будешь иметь вечную жизнь. Вечную жизнь. И люди, ты понимаешь, а люди просто жаждой начинают верить в это. И не только, наверное, вечную жизнь на небесах, но и исцеление здесь, Христос сейчас, сказал, на этой земле. Христос сказал, что пришел жизнь дать и жизнь с избытком. Благословить человека здесь, на земле. И вот таким людям как раз как приятно служить жаждущему, голодному по Богу людям. И у нас была прекрасная возможность, Бог дал слово особенное на этой евангелизации о Закхее, о том, как он искал Бога, как он встречу имел Расскажи с Иисусом Христом. Об этом. Я думаю, что у нас есть некоторые выдержки, видеорепортаж. Можно мы Здорово. С нашими телезрителями. Угу. Давайте, друзья, сейчас выйдем из нашей студии и прямо в Руанду и посмотрим, что же происходило в этом лагере. Если ты желаешь сегодня иметь встречу с живым Иисусом, не угрома, не уша, как у меня Иисус Христос. Пусть ничто не станет препятствием на твоем пути. И вот Иисус идет, и он за кем сидит на этом дереве. И тогда Иисус проходит мимо этого дерева. И он видит необыкновенную картину. На дереве сидит человек один. Нигде в Библии не написано подобной истории. Иисус проходит мимо Закхея, послушайте. И говорит следующие слова. Закхей! Сойди быстро вниз с этого дерева. Потому что я хочу быть в твоем доме. Послушайте меня внимательно. Иисус первый раз встречается с Закхеем. Потому что он знает все о твоей жизни. Он знает твои темные дни, когда ты плачешь и скорбишь и болеешь. Ты думаешь, что забыли о мне многие родители, оставили меня, насиловали. Внутри тебя столько скопилось боли много, ты думаешь, никто об этом не знает, меня никто не поймет. Но у меня новость Божья, Божье Слово говорит тебе сейчас. После этой же евангелизации, после этого слова сильного, которое звучало вот в этом лагере, люди вышли, взрослые, дети вышли, отдавали свои сердца Господу. И, конечно же, мы сразу же, у нас были опять эти Библии на солнечной энергии, и мы вручили, благословили многих-многих людей. Мы, те, которые просто никогда не имели даже в своей жизни вообще Писания, и тем более, не говоря уже там на плеерах и так далее. И они первый раз получили это Писание. Как они реагировали на их реакция? Их реакция да. Вот очень удивительная, потому что когда евангелизация окончилась, я наблюдал за некоторыми людьми, они идут, вот представляешь, по лагерю приложили, Это Библию на руандийском языке своем. И свахили, да? И это было на свахили, кстати, да, Библия. И они слушают, вот идут в толпе прямо и приложили, слушают, и все. У них же нет селфона, у них там смартфонов нет, но у них есть Библия на солнечной энергии. Которая, это самое главное для них. Никакой смартфон, наверное, абсолютно не сравнится, не заменит. Не заменит, да. И, конечно же, после этой массовой евангелизации мы привезли большую партию грузовиком, огромнейшим траком, привезли много, около 18 тысяч булок хлеба. Потрясающе. Для того, чтобы накормить весь этот лагерь хлебом после евангелизации. То есть, опять, то, что Иисус Христос сделал, да? То, что мы прочитали, что к Нему пришли много слепых, увеченных людей, которые были такого нуждающихся людей. В Нем, в Господе, в Своем Целителе, да? В Своем Спасителе. И после этого Он дает им хлеб насущный.
Совершенно верно. Это то, что происходило в лагере. Это Евангелие, это хлеб с одной, вернее, Евангелие с одной, в одной руке и хлеб насущный в другой руке. Это специфика служения именно вот, в Африке и в других странах развивающихся, где мы служим. А, конечно же, я не могу до конца выразить все эти эмоции, все эти переживания и то, что можно было видеть, когда была происходила именно раздача хлеба после евангелизации. Когда представляешь, что это была голодная толпа людей. Это много маленьких детей, среднего возраста, подростки, тинейджеры, как мы говорим. Потом мужчины, женщины, старшего возраста. Мусульмане пришли туда также слышать Слово Божье. И после этого, когда началась эта массовая раздача хлеба, просто это было невероятно, просто я знаю, что ощущение, что где-то в мире, да, где-то в мире сегодня, а вот живя мы в западном мире, в Америке, тяжело поверить даже кому-то, что где-то люди дерутся за кусок хлеба. Но как раз в Руанде, в этом месте, где, в этом лагере, где мы служили, друзья, люди, эти дети, эти взрослые люди, они дрались за кусок хлеба. И ситуация настолько вышла из-под контроля, что нам пришлось остановить раздачу массовую хлеба. И мы все свернули эту работу и завезли в одно помещение. И оно было под такими воротами, и мы продолжали раздавать этот уже хлеб более дальше. Тоже очень важная, скажем, деталь в этой поездке была, что Бог открыл, дал нам возможность послужить также. Более 1000 человек собралось на восточной провинции Руанды. Это считается самая бедная часть Руанды, которая граничит, кстати, с Бурунди, она граничит с Танзанией и с Конго. И поэтому... Когда мы попали в эту восточную часть Руанды, мы встретились со многими людьми, которые также подошли к нам с протянутыми руками, с открытыми сердцами. И у нас была возможность им попроповедовать, послужить им Евангелием Иисуса Христа. Призвал людей и сказал, у кого из вас нету Библии? И где-то процентов, может быть, 50, а то и даже больше, они подняли свои руки и сказали, что они, у них нет никакой Библии. Мы говорим, не такой обычной, какая у нас есть. Тем более мы говорим о Библиях на солнечной энергии, у них тем более нет. И мы их тоже благословили. У нас было очень малое, лимитированное количество Библий. И я мы знаю, смогли что не хватило, благословить их. Наверное, не хватило, всех, конечно. Да? Поэтому мы сейчас, у нас есть прекрасная возможность сейчас благословить людей в Руанде именно Библиями на солнечной энергии. И есть библейское общество, с кем мы работаем сейчас. Именно в Руанде, в Африке мы говорим, чтобы предоставить им, сделать большую партию Библии и предоставить эти Библии, снарядить ими. Тех людей, которые очень мало слышат или вообще не слышат Слова Божьего, потому что у них нет доступа к нему. Это время придет, когда мы сможем их благословить Писанием. Павел, удивительная, сильная работа была сделана. Я знаю, насколько это было непросто. Я знаю, насколько было вложено сил, сколько было вложено молитв, средств, вот и твоих в частности, и наших телезрителей. Слава Господу, что служение идет, движется, что Слово Божье, оно проповедуется в своей силе, в своей мощи, как оно и должно было быть, когда Господь сказал, что по всей земле будет проповедано Евангелие спасения, и каждое колено преклонится, и да будет так во имя Иисуса Христа. Через то, что Христос накормил когда-то, мы читали эту историю, да, люди начали искать Его. И это место Писания, которое я хотел бы зачитать, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 стих, здесь написано, «Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть наша молитва, наше желание перед Богом, чтобы люди, которые едят хлеб, который выпекается на хлебопекарне,
чтобы они не просто восполняли свои физические потребности, не просто чтобы они реализовали этот хлеб, и вдовы получали благословение, кто-то получал медицинское обслуживание, образование, дети получали через реализацию, но чтобы, как здесь написано, люди, написано, искали Господа Иисуса Христа, не потому что видели чудеса, они видели Его чудеса, но из-за того, что они ели хлеб. И этот хлеб их насытил. И это есть наше желание, чтобы с каждой булкой преломленного хлеба у людей открывались глаза. Пусть люди ищут Господа Иисуса Христа. Пусть они Его познают где-то в Руанде, среди этих людей, которым нужно столько много еще исцеления, столько много прощения еще, столько нужно Господу потрудиться над этими людьми в Руанде. Мы рады были поделиться с вами о той работе, которая была проделана. И мы хотим также поблагодарить вас, тех из вас, кто участвовал в этой работе. И я хочу сказать, что за каждого из вас мы молились отдельно. Сейчас мы говорим о том, что время, когда люди жаждут Слова Божьего. И мы не можем сейчас спокойно сидеть. Одна из причин, почему мы едем в Руанду, почему мы наше видение дальше работать в Африке, наше видение работать на Ближнем Востоке, потому что Господь призвал нас. Господь дал нам это ясное, четкое призвание, что мы должны проповедовать Евангелие. Как Христос сказал, что идите и проповедуйте. Конечно же, мы, находясь в теле Иисуса Христа, и у каждого из нас есть свое призвание, свое служение. Не все поедут в Африку, не все поедут на Ближний Восток или в другие места. Кому-то нужно здесь выходить в американском городе, в даунтаун, кормить голодных. Или же, мы говорим, проповедовать, молиться за людей на улице. Кому-то в церкви нужно проповедовать. Кого-то призвание служить в реабилитационном центре. Кого-то призвание. Каждого в теле Иисуса Христа есть столько много призваний, но... наше желание, наше страстное желание видеть, как Бог касается людей своей силой Евангелия, и видеть их, как они спасаются, как Бог касается своей силой людей. И, друзья, хочу подчеркнуть, как Бог исцеляет их болезни, потому что каждый раз, когда Иисус Христос, Он служил и проповедовал, Евангелие, это сопровождались чудеса, сопровождались знамения определенные. Поэтому, друзья, мы хотим сейчас сказать следующее, что мы хотим вместе с вами совершать это служение, потому что кто-то сеет, кто-то пожинает, но мы все в одной дружной, скажем, команде, мы можем вместе совершать это служение. Да, и каждый будет иметь свою награду от Господа, и сеющий, и жнущий. Вместе радоваться будут, как написано в Евангелии. Мы хотим сейчас, друзья, за вас помолиться. Возможно, вы нуждаетесь в Божьем прикосновении, и вы слышите эти истории из Руанды, что Бог касается людей, Господь, люди спасаются где-то, Господь отвечает на их нужды, Господь исцеляет людей. А вы говорите, а неужели Бог забыл? Даже сейчас кто-то смотрит эту программу, и ты говоришь, Господь забыл о мне, Господь оставил меня. Но я хочу тебе сказать Слово Божие, что, как Бог говорит в своем Писании, что забудет ли женщина свое грудное дитя? Но даже если она забудет, Господь говорит, я никогда тебя не забуду. Бог видит, через что ты проходишь. Бог видит твою болезнь. Бог видит твою, как ты колеблешься в вере. Бог видит твое сердце, когда его никто не видит. И поэтому Господь силен сейчас прикоснуться к тебе, дорогой друг. Сейчас молимся за каждого телезрителя, кто смотрит эту программу. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты сверхъестественным образом прямо сейчас коснулся. Кто-то молится сейчас вместе с нами и просит о физическом исцелении во имя Господа Иисуса Христа. Мы провозглашаем, как Ты сказал в Своем Слове, Господь, что Ты назвал исцеление Своим хлебом. И мы сейчас провозглашаем, чтобы этот хлеб исцеления, Господи, коснулся чего-то, чьей-то болезни. Во имя Иисуса Христа, будьте здоровы. Мы молимся и благословляем вас, друзья. Будьте тверды в Господе, будьте укоренены в Его любви. И мы молимся за вас, и мы просим вас также, чтобы вы вместе с нами были участниками этого служения. Будьте благословены во имя Господа Иисуса Христа.